очень важно и красиво, гордо и неторопливо, да в гудок отчалил теплоход. По речной воде пройдемся, берегов мечты коснемся, свой круиз открыл нам водоход. Берег и волна, солнце и луна, этот путь давно всем знаком. Встретишь ты мечту и любовь свою с водоходом. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я немного расскажу про теплоход Михаила Фрунзе. Теплоход Михаила Фрунзе построен в 1980 году, модернизирован в 2013. Общее количество кают 149, вместимость 328 человека. Этот теплоход, построенный на верфи Славутского города Комарно, носит имя одного из самых ярких революционеров и военачальников времен Гражданской войны Михаила Васильевича Фрунзе. Совсем недавно корабль отпраздновал свое 40-летие, а именно 3 года назад. Однако в навигацию 2021 года он не вышел, оставшись в затоне Октябрьский для косметического ремонта. В сезоне 2022 года, любимый очень многими поклонниками речных путешествий, теплоход возвращается на привычные ему круизные трассы. Возвращается, что называется, с новыми силами, отдохнувший и просвежевший. Как и прежде, базовым городом для Фрунзе будет Нижний Новгород. Основная часть рейсов стартует именно в Нижнем. Однако к круизам по Волге на этом лайнере можно присоединиться и в других городах, что очень удобно. Михаил Фрунзе давно считается одним из самых бюджетных кораблей среди четырех палубников. На борт он готов принять 328 туристов, причем путешествовать они будут в централизованной системе кондиционирования. А вот холодильники и телевизоры есть только в полулюксах и люксах. При бронировании путевок необходимо обратить внимание на тот факт, что двухместные каюты на Фрунзе разных типов, они могут быть как одноярусными, так и ярусными. Кроме того, на этом огромном лайнере имеется достаточно много трехместных кают, идеально подходящих для семейного путешествия. Как обычно, повышенным спросом пользуются одноместные каюты, коих на судне 18. При полной загрузке питания в салонах ресторана теплохода организовано в две смены. Туристам очень нравится качество блюд и солидные размеры порций. На борту работает большая арт-команда, которая не дает путешественникам скучать. Вечером проходят веселые развлекательные программы, концерты и дискотеки. В баре звучит живая музыка. Экскурсии в городах, где останавливается теплоход, включены в стоимость путевок. За дополнительную плату круизеры могут приобрести факультативные и познавательные программы по пути следования. Путешествие на замечательном лайнере проекта Дюно 2016 Михаил Фрунзе без сомнения доставит вам огромное удовольствие и позволит насладиться речным релаксом. Характеристики теплохода. Длина 135,7 метров, ширина 16,8 метров, осадка 2,9 метров. Два ресторана, два бара, музыкальный салон, сувенирный магазин, гладильная комната, медпункт. Wi-Fi, интернет в одном из баров. Массажный салон, детская комната, конференц-зал. Ну что ж, вот я вам немножко рассказала про теплоход Михаила Фрунзе. Дорогие друзья, также хочу сказать, что вот недавно на моем канале вчера вышло целых 7 видео. Я очень старался, ребят. Поддержите меня, пожалуйста, лайком, вот, и подпиской. Ну и не против бы был насчет комментария. Всем спасибо за просмотр. Пока. Очень важно и красиво, гордо и неторопливо, да в гудок отчалил теплоход. По речной воде пройдемся, берегов мечты коснемся, свой круиз открыл нам водоход. Берег и волна,